Delivery service. Что еще нагляднее может показать delivery, чем почта? Представьте себе грузинскую почту. Ну, такую. Ну, вот так понятнее, что это почта. А вот так понятнее, что это почта грузинская. И, конечно же, друзья, на стене должен висеть портрет главного начальника. Ну, вы понимаете. О. Ну, какой-то он не очень грузинский, вам не кажется? Ну и еще вот примерно вот, вот ну, чтобы совсем хорошо было. Итак, однажды на грузинской почте. Уже 9 часов утра, заходите, где нацвали наша почта. Открыта! Габарчоба! Кагибарджос! Рогорги китхот! Харгат, все в порядке. Дорогой, мой любимый, многоуважаемый, распрекрасный, первый встречный работник почты. Высоким горам и глубокому синему морю было угодно сегодня, чтобы я пришел к тебе за свой посылка. Очень интересно, продолжай. Мой посылка такой же большой, как тот рог сапирави, который я выпил на свадьбе жены двоюродного дяди моей троюродной сестры. О, великий! О, многомудрый! Первый встречный посетитель! Пусть вовеки будет здоров твой дядя! Ай! А что там у тебя за посылка? Слушай, неси уже, а? А, ну да. Давай, сейчас большая посылка. Вот, например, давай посмотрим, а? Давай, давай, это, по-моему, это мой. О! Ай, помидор, помидор, а, хорошо, давай. А, хинкали, слушай, какой у тебя хороший хинкали, давай. Прекрасный посыл. Вино, сушит. Вино, сушит, давай. Отлично. Отлично. Очень хорошо. Еще. Спасибо, хлеб. Дорогой. О, что ты спури даже есть? Хорошо. У тебя прекрасный посылка. Отлично, слушай, дорогой. Спасибо тебе большое за эту посылку. Только да, это не мой посылка. Пусть высокое небо видит, что я старался изо всех сил. А что же делать? Ну, давай тогда. Я не хотел тебя обмануть. Давай тогда выпьем и съедим то, что нашли в этой. Давай, давай, давай. Delivery results, Гаумарджос. Гаумарджос. Ну, тогда найдем другой посылка. Концов, давай, неси еще. Вот есть большой посылка, как ты говорил. Отлично. По-моему, вот этот мой, да, вот этот точно мой должен быть. Народный танцевальный ансамбль Родика Балыбердишвили. А! Ай! Ва! Так. Должен как ансамбль бить. Чё, хороший посылка, по-моему, у тебя очень хороший. Садитесь, угощайтесь, вино, вино, чай, мяй, помидор, помидор, наливай, давай, ешь, что хочешь. Ах, какой у тебя хороший посылка. Ай, слушай, какой хороший ансамбль, какой красивый девушка-музыкант, но только это не мой посылка. Но, тем не менее, давай за него тоже выйдем. Ай. Тиммейт Гаумарджос. Гаумарджос. Ах.
Ну, раз это не твой посылка, давай найдем другой посылка. В конце концов, здоровьем родителей клянусь, поющий, что брат. Я уже 10 минут не знаю никого лучше, чем тебя в своей жизни. Поющий, брат, у меня есть там большой посылка. Я, правда, не уверен, что это твой посылка. Давай пойдем. Посмотрим. Хороший, по-моему, баран. Тут по почте кто-то что-то послал, давай посмотрим. Повернись. Так, Казбеги. Так. Село Кара настигло. Так. Вторая сакля справа. Похоже на мой. Князю Наливайшвили. Это я? Здесь... Давай посмотрим. Давай, сучи. Так, давай, сейчас. Ну-ка. Давай, бичо, давай. О, какой ой, посыл. Какой! Ай-ай! Девушка! Ах, я не могу! Какой девушка, девушка, как тебя зовут? Я прям не могу, краснею, слушай, не могу смотреть на него. На него не могу смотреть, прям не могу. Девушка, слишком красивый. Как тебя зовут? Почему молчишь? Хочу молчать. Ай, хочешь хочет, и молчишь. И молчишь. Отличная девушка. Давай. Прошу за давай, нас. Давай. Прошу. Слушай, дорогой мой, этот красивый, этот прекрасный, распрекрасный, как вся Грузия девушка, тоже не мой посыл. Ну, за него тоже надо выпить. Давай. Been excellent and humble. Гамарджос! Ой, вей. О, еще один посетитель. Это кто, а? Здравствуй, дорогой. Как тебя зовут? Ой, слушай. Какой фамилия? Он, похоже, в горах совсем разучился с людьми разговаривать, только с баранами теперь может. Давай споем, как в горах поешь. Какая песня, отлично! Садись к нам! Давай, ай, слушай, садись! Хорошо сидим. Отлично. Посмотри, сколько посетителей. А, слушай, дорогие, точно, кто вы тоже, пришел? Наверное, за посылкой? Кто? Тогда тост. Далеко-далеко, там, где небо сливается с водой, потому что часто дождь идет, жили прекрасные люди, которые работали вместе, решали трудные задачи, тоже вместе отдыхали, пели, смеялись, пили, тоже вместе. И своей работой доставляли другим людям радость и здоровье. Так выпьем же за этих прекрасных, милых моему сердцу, дорогих, ненаглядных, настоящих людей за вас. Писай, Гаумар Джос! Джос! Кстати, Зоринашвили, вон там твоя посылка, иди вас. Слушай, почему сразу не отдал? Что ты мне устроил тут? Ну, я тебе сразу бы посылку отдал, ты и бы что? Сразу ее взял бы и ушел. Да. Там, а так сидим в хорошей компании, а из хорошей компании не уходят. Ай! И давай.